Депутаты Народного собрания республики проинспектировали работу махачкалинских рынков для того, чтобы выяснить, как выполняются требования закона об организации розничных рынков в Республике Дагестан. Поводом для выезда стали многократные обращения граждан. Люди жаловались на отсутствие необходимых условий, на реализацию некачественного товара, завышение цен и нарушение правил товарного соседства. Депутаты проверили наличие документов о постановке на учет в налоговом органе, договоров с управляющей рынком компанией о предоставлении торгового места. Кроме того, выяснили, есть ли реестр предпринимателей в администрации рынка, выполняются ли необходимые требования к содержанию и обеспечены ли условия по энерго, тепло и водоснабжению. По итогам посещений, по выявленным нарушениям были даны рекомендации администрациям рынков об их устранении.